Большая машина с полным кузовом пескогравия заехала во двор на Некрасова, 37. Здесь была проблема. Во время дождя проезд превращался в комплекс бассейнов с грязной дождевой водой. Жильцы дома обратились к депутату Думы округа Армену Микаэляну, который помог решить вопрос. На территории выгрузили 15 кубов смеси. Жители дома Некрасова, 37, вручаем благодарность своему молодому, хорошему депутату, что он нам всегда помогает, ни в чем не отказывает. Депутатом своего округа Армен Микаэлян стал год назад. С тех пор в районе появился асфальт. Сейчас ждут, когда стартует программа «Тысяча дворов». Чтобы организовать придомовое пространство для детей лучшим образом, жители хотят игровую и спортивную площадку. Помогаем, как бы, чем можем, да, наших избирателей без внимания не оставляем. Все обращения прорабатываются, все обращения рассматриваются. Ну и чем можем, мы постоянно оказываем содействие. Ну, в основном это связано все с благоустройством дворов. Это проблема такая, скажем так, основная у людей. Помогли и детскому саду номер 17. В прошлом году здесь прошел капитальный ремонт территории. Появились новые беседки, лавочки, игровые комплексы. Не хватало только клумб, на которых бы каждое лето росли цветы. Теперь эта проблема тоже решена. Армен Микаэлян распорядился, чтобы на территорию привезли чернозем. Мы будем разбивать клумбы, делать какие-то вот дизайнерские решения в детском саду, чтобы деткам было комфортно и благоприятно находиться в нашем учреждении. В итоге доставили 3 куба. Для реализации всех идей на территории сада маловато, но обещали исправить в ближайшее время. А эта земля пойдет на обустройство центральной клумбы, на которой будут расти кусты гортензии, хосты и чернобривцы. Сначала снимут старый грунт и уложат новый плодородный чернозем. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс.